Я не умею молиться. Прости меня, Господи Боже. Я не умею молиться. Прости меня и помоги. Уже в июле 41-го нам евреям запрещено ходить по тротуарам, но пользовались только прежними дорогами. А вскоре появились желтые звезды Давида. Людей с придорожными составами возили в лагерях смерти. Будут из Варшавы поезда. И скоро наш черед, как ни крути! Ну что ж, гори, гори, моя звезда, гори на рукаве и на груди. Из воды и пищи мы мчались, мчались в Освенцим. Здесь можно было только стоять. Люди умирали, и нас детей по трубам продвигали к окошкам. Ночью на воду поезда меня выбросили. Живи, Толя, живи! Помню поцелуи и слезы родителей, оборвавшиеся внезапно. Оказавшись под откосом железнодорожной насыпи, я сразу же уснул. А проснувшись, наелся снег. Пошел в лес в поисках пищи, но сначала сорвал и закопал желтые звезды. На мне была куртка, сшитая руками моего отца. Как я любил его колыбельную! В поле деревце одно грустное томится. Из ветвей его давно разлетелись птицы! Я был схвачен, меня вели по улицам города, а прохожие кричали мне вслед. Партизан! Большевик! Мне тогда не было и 13 лет. Оказавшись в камере, пожилые поляки внушили мне: ты не еврей, ты белорус. И это спасло мне жизнь. Мне повезло, меня не расстреляли. Отправили в Освенцим, в лагерь смерти. По прибытию нас побрили, одели в полосатую форму и накололи на руке номера. Так я превратился в заключенного под номером 99-176. Я работал в строительных мастерских. Каждый день проходил через главные ворота лагеря, над которыми было написано: «Arbeit macht frei!» Работа делает свободным. Я делал там сайты. Каждому свое. Часто проводились акции по отбору больных русских. Растевали догола, обливали холодной водой, приводили в чувство и направили на осмотр. Здоровых направо, больных налево. Записывали номера только левых. На завтра ожидала смерть в крематории. Где жизнь сгорает в бешеном огне? За что и почему? Нет ответа. За что и почему? Ответа нет. Иногда я помогал больным музыкам и давал им еду. Но однажды меня поймали и повели на оперпляс. Поставили на табуретку под виселицей, где я несколько часов стоял, ожидая смерти. Я молился и вспоминал родителей. Настроили в колонны и направляли в концлагеря. Кормили раз в сутки. Мы уже не работали. Голодные и больные мы едва передвигали ноги и ждали окончания войны. А потом начались бомбежки. День слился с ночью. Зарядки мы скрежет, взрывы и свист. Все небо распорото боем. И желтые звезды срываются вниз. Им выдержать трудно такое. Я снова выжил. Как я устал повторять бесконечно. Все то же и то же. Падать и вновь на своя возвращаться круги. Я не умею молиться. Прости меня, Господи Боже. Я не умею молиться. Прости меня и помоги.